Вчера, ну вот и тот. Завтра в 10 часов. Понятно? Так мы с тобой будем на равных разговаривать. Я, у тебя 8 из 8? Да. Ну-ка расскажи про вот последнюю партию. Ну там был слабенький соперник, он просто зевал очень сильно, он не знал теорию и просто влетел в дебют. Ты поедешь на Европу, наверное? Нет, на мир. По-моему, в следующем году. А в этом году никуда не поедешь, все будешь готовиться? Ну да, потом, а куда еще сразу? Я сначала был в Анапе, а потом уже сюда сразу отдыха у меня нету. Ну что, еще что ли? Один турнир, я уже устал сразу. Тяжело заниматься шахматами? Тебе это не надоедает? Нет, мне нравится. У тебя сейчас какой разряд? Первый. Ну, почти КМС, там мне надо в специальных турнирах поучаствовать надо. Какой ЭЛО у тебя сейчас? 1792. По-моему, играешь ты посильнее, чем на 1792. А ты с кем приехал? С папой. Где твой папа? Ну, дома. Если проходит 3 часа, он уже приходит, но я играл вообще, сыграл быстро. Ты вообще время-то не затратил. Ты к конкретному сопернику готовишься? Вот. Я все время смотрю ошибки соперника и слабости его еще, а здесь он вообще слабо играл, чем в предыдущих турах. Теперь победитель, да? Да, у меня уже никто не нагонит, у меня сам максимально только на 2 очка стоит. О, отлично. Слушай-ка, так ну последнюю партию ты, наверное, в ничью будешь гонять, гроссмейстерскую? Меня не надо 9 из 9. И на меньше ты не согласен, да? Ну ладно, удачи тебе. Лучшим результатом, который невозможно побить в течение, я думаю, ближайших там 100 лет, занял Маковеев Илья, город Геленджик. 9 очков из 9 возможных. Шахматный академик.
Ильей Маковеевым мы уже давным-давно сотрудничаем, уже месяца полтора, наверное. И здесь у нас традиционное место для интервью. Илюша, как закончилась последняя партия? Просто сначала он зевнул одну пешку, потом вторую, потом качество, а потом уже дальше было делать. Пожалуй, первая партия, которая длилась так долго. Почему она так долго длилась? Потому что он в конце очень долго думал, потому что он не думал, что у него было проигрыш, и просто время терял. Ну да, наверное, можно было, играя с тобой, все-таки без качества, без пешки, сдаться пораньше. Без двух. Без двух пешек, так. У меня такое впечатление, что ты четко знаешь, как играть дебют. Ты вот эти варианты как бы помнишь? Ну да, я эти варианты знаю. А почему, скажи, почему твои соперники идут вот на эти варианты? Потому что в ним, наверное, в голову все это в ним приходит. Ловушку выигрыша пешки знаю. А скажи, пожалуйста, вот тебе не жалко соперников? Вот ты так вот у них выигрываешь, не жалко? Может быть, можно было подарить им какую-нибудь там пешку, одну, две? Не хочется. Какое следующее у тебя соревнование будет? Я пока не знаю. Ты в школе-то учишься ведь? Так, теперь, наверное, сядешь за парту. Как у тебя дела в школе? Нормально. Нормально? Ты сейчас в первом классе учишься? Во втором. Во втором, да? Во втором. А какие предметы у вас сейчас проходят? Математика, английский, русский, информатика там. Скажи, а вот кроме шахмат, ты в какие-то игры играешь? Нет. То есть ни в шашки, ни в домино, там, ни в карты. Тебе не нравится или не интересно, или времени нет? Ну, во-первых, времени, во-вторых, не интересно. Тебе сейчас идет чемпионат мира по шахматам. Ты вообще следишь или тоже времени нет? Нет, я не слежу. Не следишь. Сейчас играют Карлсен и Ананд. Как ты думаешь, кто выиграет? Да. Ну ладно, удачи. Я думаю, что наша традиция сохранится, и мы вот здесь вот будем более-менее регулярно встречаться, и всегда у тебя будет 9-0. Я тебе этого желаю. Удачи тебе. Спасибо.